Для приготовления золотого молока берем стакан молока, наливаем в кастрюлю с толстым дном. Затем добавляем пол чайной ложки куркумы и молотого имбиря. Все это засыпаем, хорошо перемешиваем и на маленьком огне даем этой смеси нагреться. Внимание, до кипения не доводим, просто немножко нагреваем. Затем берем погружной блендер и взбиваем буквально минуту. За это время золотое молоко немножко у нас посветлеет, приобретет воздушную пенку. И все, можно наливать эту смесь в стакан или в красивую кружку и наслаждаться напитком. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, как вы готовите золотое молоко, какой ваш любимый рецепт. И до новых встреч на моем канале!